Нет, надо аккуратно немножечко. Какое чуть-чуть. Ой, я сейчас иду, и знаете, так вкусно пахнет шашлыком. У меня сегодня сейчас будет клевая встреча с Соней. Наконец-то у нас получается встреча. Рабочих моментов накопилось очень много. Я вас сейчас возьму с собой в кафе, где мы будем много-много болтать. Вообще у нас на самом деле Камчатка стала очень интересной такой поездкой, которая породнила нас в 10 раз еще сильнее. Ну, проходи. У меня неделя влогов, прости. Я веду ее в свое любимое кафе. А? Я должна работать на твой компьютер. Да. Ну вот, например, сил, у тебя две лестницы открыть. А, так, несмотря на то, что мы здесь уже с вами были, я пришла еще раз и привела Соню. Я люблю то, что повреднее. У меня все друзья любят повреднее. И поэтому мы и вместе. Вы завидуете мне, я завидую вам. Немножечко объектив у меня опять не попал. Я должна как сидеть, чтобы ты влезть к тебе. Никак. Подожди, я покажу предыдущую. И? Да, следующую. Нет, она ничего не красила. Видишь, родинка осталась, все. Ну вот, мне там ты как будто... Блин, не знаю, как объяснить. Вот здесь? Как будто не я, да? Вообще, не похож на тебя, как будто... Ты то ли рыдала, что ли, сутки. Я вот тут рыдала, понимаешь? Ну тут не рыдала. А вот тут как будто ты рыдала. Угу. Или моложе как-то. Вообще, что-то я тебя здесь не узнаю. Короче, она сказала, что тебе ок, но ты в пиджаке. Ты можешь положить. Угу. А так как ты в пиджаке, ты уже бизнес-леди какая-то, начальница там, понимаешь? Да. То есть, может быть, там, руководитель издательства, ну, как вариант, кстати. Почему нет, если роль такая? Наверняка у вас тоже есть такие подружки, в которых вот так вот сидите, ля-ля-ля-ля-ля, три часа прошло. Вот мы сейчас с Соней поговорили три часа, просто взахлёб, просто взахлёб. А у нее начинается интересный такой период в жизни, она переехала из Краснодара в Москву, проработала здесь, в «Комсомольской правде», а потом, ну, у нее очень большой талант, она ушла учиться на актрису. Вот, и сейчас у нее такая очень интересная жизнь, и мы все вот обсуждаем. И говоря про меня, про эту встречу, сильно очень забегая вперед, у нас есть некоторые с ней договоренности, мечты, но там надо очень много поработать. Поэтому вот сейчас встречались и разговаривали на эту тему, что мы можем, чем друг другу быть полезны. Осталось не затрусить, не струсить и все довести до конца.
пятница, вечер, неделя скачек по всем вещам и, в принципе, практически каникулы в будни закончены. Да, дети? Выходим. Вот я тоже такая. Нет, не буду, мне еще понедельник. А, ну да, еще, кстати, понедельник. Давай. Сейчас я закрою дверь. Я сделала гулечку на голове, ну да ладно. А... Отопление дали. У нас выключили его и дали. Я слышу, как вода бежит. В общем, мне очень приятно читать комментарии. Это безумная поддержка, даже больше, чем когда-либо вы мне давали по поводу моего канала, когда я стала откровенно разговаривать. И вот в последнем влоге, да, было долгое размышление на тему, почему не растут подписчики. Оплюх я парочку получила, конечно, что я перестала быть искренней. Это на самом деле очень интересно сделать сопоставление. Настя, у тебя очень искренний канал, ты классная. Настя, ты была другой. Настя, просто потрясающая, ты вот своя в доску. Настя, я была раньше о тебе лучшего мнения. Это к вопросу... У нас будет все время тебе отклонение к хорошей девочке, что угодить всем нельзя. И плюс, конечно же, ребят, я раньше не снимала никогда так много видео, и, наверное, я правда реальная вот такая, а не как раз в две недели я там выпускала какие-то видео. Смотрите, что мне понравилось. Как вы общаетесь, во-первых, конечно, давайте поставим Насте, давай поможем ее каналу подняться. Мне кажется, влоги уже отжили свое, да? Вот совсем будем честны, может, я сейчас тоже опять хватану чего-то. Неважно, я сейчас работаю над собой как над личностью больше. Давайте будем честны. Вот много лет назад я была именно той мамой, которая одна из первых на YouTube создала канал, и мы тогда все стрельнули. У нас была своя компашка, у нас был чат, все девчонки. И Оля, мама Оля, которая снимает сейчас про квартиры. Сенечка осталась, кто там еще? Аня Гэб в Америке. О, Марина Морская. Ну, короче, нас очень много было девчонок, которые вот именно тогда стрельнули. И все выросли. И мои дети выросли, и у вас дети выросли, и немножко меняется спектр, безусловно. Многие уже забросили мамское что-то, так как я часто позиционирую о том, что я веду вот такой образ жизни, я много провожу времени с детьми, и дети — это неотъемлемая часть моей жизни, но, по сути, я очень много говорю про детей, очень много. Где там я? А что я? О чем я? А почему я? А что я могу вам дать? А должна я что-то давать? А какие у меня увлечения? А что мне действительно нравится? Короче, а именно обо мне ничего. И, наверное, эта мысля меня очень сильно пожирает, потому что мне пишут, что я говорю, меня подсветили очень здорово о том, что я классно нравилась раньше, как я снимала распаковки, что носят мальчики, как их одеть, куда пойти. Ну, все про мальчиков, что с детьми. Практически все вы с распаковки и сборов сумок в роддом. Что взять с собой? Какие первые вещи для первого месяца жизни? Какая коляска? Все было вокруг детей. И это здорово, это очень круто, потому что у меня на самом деле классная лояльная аудитория, думающая, которая... Ну, то есть я не пишу трэш-заголовки, я не снимаю никакой трэш, я не ушла во все это. И когда открываешь комментарии, они всегда наполнены, они всегда развернуты. Меня смотрят, у кого есть внуки. То есть у меня аудитория взрослая достаточно, либо уже мамы. Но также будем честны, если вдруг, и я вдруг, в ближайшее время забеременю и захочу опять снимать что-то про детское, настолько все сместилось. Нет, безусловно, останется кто-то, кто будет еще смотреть и новые присоединяться. Но в целом я тогда в свои 25 вот этой непосредственностью еще чем-то цепляла аудиторию и была на волне. Сейчас у 25-летних они не 35-летнюю тетку будут слушать тетку, а вот тех... Карина Каспарян, мне очень нравится эта девочка, она миллионница, Юля Пушман. Вот они сейчас родили... И они снимают и рассказывают. Это вот их сейчас такая клевая стезя. Вывод какой? Понятное дело, что подкастами, да, там кто-то написал, Настя, не уходи полностью в подкасты. Я вообще пока не знаю про блогерство. Ну, вообще, в принципе, то есть переросла, и что-то хочется другое. Переросла детьми, переросла вот этим.
Потому что очень много, будем честны, контента за счет детей. Даже влоги, когда снимаю, я всегда с ними либо иду, либо что-то делаю. И я хочу самой быть. Вот. И у меня в планах много куда пойти сейчас поучиться, поразвиваться. И вообще возвращаться в такой режим, что я не только про детей столько лет, но и себя. Потому что наперед думаем, они же вообще вырастут. Там Герману уже почти летом 10 лет. Естественно, он уже не хочет сниматься. У него свои интересы, свои задачи. Робочка чуть-чуть помладше, но в целом, типа, дети уже взрослые. И вот что я в 13-15 лет буду детским контентом выезжать? Нет, конечно, жизнь идет. И поэтому я всегда училась, чему-то развивалась. Вы помните, я там на тренер пошла, еще куда-то. И вот я сейчас также хочу вернуться в обучение. У меня уже есть. Я пока просто в шоке, я просто в шоке. Я перевела за одно обучение, оно стартанет в январе. Я пока ничего не буду говорить, и можете там интрижки, не интрижки, неважно, я пока морально готовлюсь. У меня есть направления, слава богу, с которыми я определилась, которые связаны не с блогерством. Но мы помним, что любая профессия, любая компания, у всех есть блог страницы о чем-то, и поэтому я свое не буду бросать. Возможно, естественно, туда что-то внедрится еще. Но я хочу уйти от формата бесконечных детей для самой себя же, чтобы потом когда-то в 15 лет не остаться. Я вас вырастила. А как же быть? Мне очень классно с ними, нам очень здорово. Но я просто учитываю их интересы, что Гера уже говорит: опять ты снимаешь свое? Вот я не хочу вот это вот. Поэтому я надеюсь, вы поняли мою мысль, я немножко так перепрыгиваю, но мне здорово, приятно, что вы мне подсветили о том, что действительно очень много про детей. Настя, сними про вещи, сними про детскую комнату, сделай ремонт. А что в школе? А что с зубами? А что с носом? Все про деток. Настя, что у тебя? Ну, пишут многие, что во мне там много грусти, или я не восстановилась, либо какие-то спрашивают про мои отношения, есть ли у меня отношения сейчас, и буду ли я их транслировать. Это прям маленький процент людей, которые спрашивают конкретно про меня. В основном это все касается деток, и это нормально, потому что я о них и снимаю. Что? Где? О чем спрашивать, если ты, Настя, ни о чем не рассказываешь? Так что вот, такой вот у меня такие дебаты, у меня уже хвост прям практически свалился. Начинали мы с вами с такого. Вот. Я надеюсь, вы поддержите этот разговор и эти мысли. И на самом деле не то, что поддержите, напишите по правде, что вы думаете. Потому что вчера был такой комментарий: Настя, ты стала более лечебной. Всех кого-то лечишь и что-то со всеми, что-то из себя строишь. Ну вот, я так пытаюсь самовыражаться, пытаюсь вылезти. И я считаю, что да, действительно, меня могут люди многие вокруг научить. И я могу тоже научить чему-то. Поэтому вот мы с вами столкнулись вот такой моей проблемой. Нет, не проблема. С таким моим желанием и рвением к чему-то новому.